בוקר טוב, פרשת שלח לישראל, פרשת שלח ליום שני, נא פניזניק, יהי רצון שדברי תורה לעילוי נשמת כל נפטר והשכרת המצוות, פרט המצוות, רפואה שמאחה אסתר בתמר, רבקה בצר, אריסה משורה, בת שלמה תהיה בן רחל, חיה דין, חיה שרה דין ארכנג'לה בת רוזה. טוב, מי פרשלי סבמי, שש פסוקים. הוא לא יוסף זבולונוב. Дальше. Навина сегодня говорит так. Как мы сказали, мы продолжаем. В прошлом году мы уже записали начало. Навина сегодня говорит так. Опять мы продолжаем о том, как они послали разведчиков. Суким, который в Торе сегодня, они говорили имена этих разведчиков, Тора перечисляет. Нави говорит, Йошуа отправил разведчиков и говорит, он так, веха анашим. Ратфу ахареем дерех хаярден аль. המברות והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרוטפים אחריהם. Мы сказали, что пришли к Рахав. Спросили, где эти разведчики, она сказала, они ушли. И говорит Нави, а люди царя гнали за ними по дороге к Иордану до переправ. А ворота затворили после того, как вышли погнавшиеся за ними. Они погнали за ними и из ворота в городе закрыли. Маком авар маем, говорит, המברות, это до реки. Говорит Рашива, Ашар Сагару Хашуарим. Те, кто охраняет ворота, закрыли эти ворота. Дальше говорит нами. Лемате Беньямин. Дальше говорит. Вехемате Ремишкавун, вехи Алталехем Алегаг. А прежде чем легли они спать, эти разведчики, поднялась она к ним на крышу. Ватомер эля нашим ядати кинатан Адонай лахем эта арец вехи нафлу. Нафла эматхем алену, вехи намогу колёшве арес ми пенехем. Говорит она и сказала людям этим, знаю я, что Бог отдал вам эту страну, и что страх перед вами охватил нас, и что оробели все жители страны этой перед вами. То есть она говорит, мы знаем, что уже эту страну вам отдадут. Это после того, как к ней пришли, да? Да. Ки шаману эт ашер ховиш адонай эт ме ямсуф мипеннехем бецетхем ми мисраем ва ашер аситем лишне малхе хаэмори ашер бэйвер ярден лесихон улог ашер херамтем отам. Ибо слышали мы, как осушил Бог воды моря Суф перед вами, когда вышли вы из Египта, и что сделали вы с двумя царями эмореев, что на той стороне Иордана с Сихоном и Огом, которых вы уничтожили. То есть это было во время Моше Рабену, когда они уничтожили царя Сихон и Ог, и она им говорит, я знаю, что с вами случилось. То дальше их диалог мы пройдем с вами завтра, дальше мы переходим на Кетувим. Сейчас я возьму Тейлим. Там будет сказано, да, кем она стала? Там будет сказано, но да, но мы до этого еще не дойдем. Потом, в конце концов, она выйдет замуж за Йошуа, и у них родятся 7 дочерей, и она примет еврейство. То в Ктувим на сегодня Тейлим 42 глава. Продолжаем 5 пасук. То есть, говорит, мы на той неделе прошли 4 пасука. Сегодня продолжаем 5 пасук из этой главы. Говорит Давид Амелех. אלה אזכרה ואשפחה עליי נפשי כי אעבור בסך אדדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה המון חוגג. גברית דרית, אלה אס... דוד גברית תק. דושה מיה אסחוד אצלי זך. כגדה ספמינאי כך שסטוול собранием многолюдным к дому Господа среди криков, радости и песен благодарности в праздничной толпе. Сказали мы, этот псалом составили левиты, когда были во время Вавилонского изгнания. И они говорят, мы вспоминаем, как мы пели, были в Бет-Амикдаше, «Кевор Бесах, говорит Раши, шахити оверет бигдуди бне Адам». Умради, умарда, имаем от бетерухим. Хамон хогег лаолхим лахог. Когда я проходил среди людей, там были столпы людей, пока они приходили в Дом Всевышнего, хамон хогег, это те, кто шли радоваться на праздники в Бет-Амикдаш. Ма тиштохахи навши ватеми алайо хили лилуим ки от одену ешу от панав. Говорит он дальше так.
Чего ж ты поникла, душа моя? Что стонешь? Уповай на Бога. Еще будут петь песни благодарности за спасение, неспосланное им. Матчтохи шаха навши. Что моя душа поникла, говорит Раши, в Галуте. Но, говорит, еще мы вернемся. Дальше говорит Давид Амелех. Элуай алай навши тиштохах, алькен эскарха мерс ярден вехермони мехар мицар. Говорит он, Боже мой, никнет душа моя, когда я вспоминаю о тебе на земле Иорданской, на горах Хермона и Мицара. Говорит Раши, мерс ярден, маша асити лану беярден вехаре Хермон. Мехар Мисар, Мехар Синай. Я вспоминаю, что ты сделал нам на реке Иордан, на горах Хермона, на горе Синай. Техом эль техом хореле коль цинореха, коль мишбареха бегалеха алай авару. Говорит он, бездна окликает бездну шумом водопадов, сокрушающие потоки и валы твои проходят надо мною. Что было на реке Иордан? Открылась река Иордан. Техом эль техом, говорит Раши, сейчас бездна к бездне взывает. Цараль цара, имеется в виду, здесь говорит, одна проблема, одни взывают к другой. Проблема за проблемой, страдание за страданием. Кольмич бареха вегалеха, все твои, как мы сказали, волны переходят надо мной, проходят над моей головой. Лашон галеха ям. Говорит Раши, волны моря. Ле коль цинореха, ам кальхим алай пур аниют. Что это? Сокрушающие потоки и валы твои проходят надо мною. Они как, то есть они омывают меня наказаниями. Наказаниями. Хамкалхим алай пураньот. Вот эти наказания и страдания валятся на нас, они говорят, как воды моря. То. Дальше. На земле Иорданской, Элиэзер, вот здесь они пишут так. Речь идет об истоках Иордана, расположенных на севере страны Израиля, там же, где горы Хермона. Гора Мицар, предположительно, один из отрогов Хермона. Но здесь Раши говорит, что эта гора была гора Синай, чудеса мы, которые вспоминаем, которые Бог сделал нам там. То это Ктувим на сегодня. Мишнает на сегодня, трактат Псахим, глава 3. Первую мишну мы с вами прошли, вторая мишна говорит так. Бацек шесидке, шебесидке арева, и мешка зайду маком эхат хаяв левер. У человека есть корыто, где замешивают тесто, и это корыто треснуло. И там они, это корыто, или там осталось тесто, или они заклеили эту трещину этим тестом. Говорит Мишна, если там есть казай, 27 грамм этого теста, до Песха нужно его оттуда убрать. Имло, батель би миуто, если нет, он как бы растворяется, считается, что его там как будто нету. Теперь. Шен буказает ми макомеха. Увен асу и лахазек ену ме батло лешам, афилу бепахот ми казает хаяв левайер, шема яво литоль бапесах. Вехен, теперь, когда это если... Это тесто там стоит, и оно не находится в этой трещине для того, чтобы ее укрепить. Но если оно прилипло там просто, в этом корыце была трещина, оно прилипло. Но если он поставил это тесто там именно для того, чтобы ее склеить, то даже если это меньше, чем казать, должен его оттуда убрать перед Песохом. Дальше говорит Мишна. Вехен леиньян хатума. И то же самое относится к законам нечистоты. То есть имеется в виду, что если она считается отдельная часть, она принимает нечистоту. Если нет, нет. То есть в зависимости от того, какую функцию это тесто в этом корыце выполняет. Говорит Мишна так. Им махпит алав хоцец. Если ему это тесто нужно, и он в будущем его оттуда заберет, то это тесто является преградой. То есть если это тесто дотронулось до чего-то нечистое, эта нечистота не переходит к корыту, потому что... Это тесто преграда, потому что тесто само по себе для этого человека что-то значит, что-то стоит. Вимроце бикиюмо арегу карева. Но если он хочет, чтобы это тесто там осталось, в этой трещине, и поддерживало эту трещину, тогда это тесто уже является частью этого корыта. И если нечистота дотронулась до этого теста, все равно, что дотронулась до корыта. И это тесто не является преградой для него.
Дальше говорит. Бацек ахереш. Что он говорит? Глухое тесто. Что за глухое тесто? Он говорит, есть тесто, которое, когда его делают, иногда, когда мы тесто сжимаем, там звуки выходят разные. Он говорит, это звуки... Пузырьки уже начинают хаметься на этом. Он говорит, вот эти звуки, бацек ахереш, вот это тесто, которое... у которого нет этих звуков, когда она становится хамецом. Как определить, она уже хамец или нет? Тогда часов не было. И так далее. Им ешкаются бошех ми царезе асу. Если есть другое тесто, похожее на него, то есть замесили в то же самое время, я могу с ним сравнить. И замесили в то же самое время, и то тесто выходит у него, эти звуки, когда оно становится хамецом, то понятно, что это тесто стало хамец. Как то, с которым я сравниваю хамец, так и это. Звуков нет, тогда хамец тоже это. Харезе асур. Запрещено. А, дальше. Потому что, скорее всего, это тесто тоже стало хамец. Третья мишна. Кейцад мафришин хала бетум'а. Теперь. Мы сказали. Если мы должны отделять от теста халу для коэнов. Эта хала имела статус святости. Давали ее коэнам. И коэны должны были ее кушать в чистоте. А что если тесто стало нечистым? Сделали тесто, человек духовно был нечистый. Бей йом-тов. В йом-тов. Как это сделать? Теперь в йом-тов нельзя это печь, эту халу. Он говорит так, что в имя не ахдай бе мусу йом-тов, ми вия ли дэхи мус, ве гам ла ахила ли хилави масу, де эн маверим кадушим бе йом-тов. Теперь. Кицад машим хала бе тума бе йом-тов. Как эту халу отделить? В йом-тов. Теперь печь ее нельзя. Оставить до конца... Йом-Това нельзя, потому что это тесто будет хамец. То есть они замесили тесто на Песах. Отдать собакам кушать это тоже нельзя, потому что святые вещи сжигать и уничтожать на Йом-Това нельзя. Говорит Мишна так. Раби Элиэзер умер, ло тикра ла шем ад шете афе. Раби Элиэзер говорит, не отделяй халу. Сначала испеки все свои мацот, а потом от мацы уже отдели халу. Не называй ее халу, пока ты не испек. Раби Иуда бен Бетера умер, Татиль бацонен. Раби Иуда бен Бетера говорит, пусть он это тесто возьмет и бросит в холодную воду. Тогда оно уже не станет хамец, потому что холодная вода останавливает процесс брожения. Как долго держать? Нет. Дальше. Раби Йошуа умер, зеу хамец шу згарин алав бевар ярае увар ямаце. Эла мефаршан у манихата ада эрев, бе им эхмица эхмица. Раби Йошуа говорит, ты не можешь так сделать, как Раби Иуда бен Бетера говорит. Он говорит, если ты человек эту халу отделил и оставил, это называется то, что он нарушает запрет, чтобы у тебя не было барьера, чтобы ты его не видел хамец, и чтобы у тебя он не находился. Это не твой хамец, но находится сейчас этот хамец коэна в твоем владении. Не имеешь права это тоже иметь. Поэтому эла мафрашата уманихата ада эрев в имя хмица и хмица. Раби Йошуа говорит, ты отделяешь эту халу и оставляешь ее до вечера. Если она стала хамец, то потом он ее выкинет, сожжет. Четвертая мишна. Рабан Гамлиэль умер шалош нашим лашот ке ахат ве офот бетанур эхат зо бетанур эхат зо ахар зо. Рабан Гамлиэль говорит так, есть одна небольшая печка, чтобы печь мацу. И там есть три женщины. Рабан Гамлиэль говорит, три женщины вместе могут замешивать тесто и потом по очереди печь в этой печи. Велфот бетанур эхат, зоахар зо, одно за другим. Что здесь получается? Они сейчас ждут. Они вместе замесили. Одна печет, вторая ждет, так ее тесто может стать же хамец. Поэтому говорят, вахахамим умрим, шалош нашим оскот бабацек. Ахад лаша, веахад орехет, веахад афа. Ахамим говорит, нет, три женщины могут заниматься мацот в одно и то же время. То есть, одна из них замешивает тесто. Потом, когда она перешла на вторую стадию, уже раскатывания этого теста, вторая начинает месить. Потом, когда они подвинулись дальше, она пошла печь первая, а вторая стала раскатывать, то третья начинает месить. То есть, что был здесь конвейер, один за одним, чтобы они не ждали, когда она закончится. Как только та закончила печь, вторая уже начинает... Когда это не считается, что они одновременно это делают? Правильно, хахами говорят, что нельзя одновременно делать.
они одновременно печь не имеют права, как сказал Рабан Гамлиэль, но они имеют право в одно и то же время готовиться к этому. Вахадуфа. Раби Акива умер, ло хола нашим, вело хола айцим, вело хола танурим, шавим, заклал, тапах, тильтош, бецонен. Он говорит так. Раби Акива говорит нет. Раби Акива говорит Рабан Гамлиэлю, не все женщины одинаково быстро работают. Не все деревья, дрова, которые там, они одинаково разогревают печь. И не все печи, которые быстро одинаково разогреваются сами по себе. Поэтому, получается, если все они не будут заниматься, как мы сказали, когда тесто начинает бродить, когда оно лежит без дела, пока его мнут, оно хамец не становится. Поэтому он говорит, зякал, это правило, говорит Раби Акива. Тапах, ты видишь, что это тесто начинает подниматься. Тильтош бецонен. Опусти свои руки в холодную воду и пройдись по этому тесту. Это холодно, это холод остановит это брожение. Остановит это брожение. Пятая мишна. Сеор Исарев. Сеор Исарев. Кто это Сеор? Сеор это как они делали дрожжи. Как они делали дрожжи? Дрожжи делали из самой муки. Замачивали муку в воде и потом делали дрожжи. Теперь он говорит, вот этот Сеор, вот эти дрожжи, которые еще совсем не стали хамец сами по себе. А охло патур. Человек, который съел эти дрожжи в Песах, он освобожден от наказания. Нельзя ему было кушать. Несмотря на то, что он еще не совсем хамец, поэтому наказание не получает. Сидук Исарев. Но если уже там появились трещины, он должен его сжечь. Ваохло хаяв. И тот, кто его съел, уже заслужил карет на Песах. Покушал хамец. Эзеу сеор. Что за сеор, он говорит? Кедарке хагавим. Что там? Иногда, когда мы оставляем, там получаются такие линии, как паутинки. Вот это уже начинает показывать, что тесто начинает бродить. Что? Когда вот эти, потом получаются там трещинки, и когда эти трещинки, уже одна соединяется с другой. Вот эти поел, это после того, как приготовил. Да. Но даже так он. Даже так. Сырой, ну как бы там не было. Шинтверу седакав зе базе дивре раби Иуда. Хахамим умрим зе везе охло хаяв. Хахамим говорят, что если там трещины соединились, или даже появились там просто паутинки на этом тесте, уже оно хамец, и человек, который его съел на Песах, что-то сделано из него, или само он заслужил себе карет. Везеу, везеу сеор. А какой сеор, как мы сказали, вот это дрожжи, за который человек не должен еще карет? Коль ших сифу панав. Тесто, которое побледнело, оно белое становится, еще белое оно. Ки адам шамду се аротав. Как человек, который от испуга волосы у него стали дыбом, вот такого, то есть побледнел он, вот такого цвета теста еще не хамец. Были случаи, да, карет? Карет это, да, это духовное наказание, смерть на дай бог. Дальше. Топ, это там он карет заслужит, если он сделал это умышленно. Если не умышленно, корбан приносит. Шестая мишна. Арбаа асар шахал йод бешабад меварин это коль. Мирифне шабад. Говорит мишна, как в этом году у нас было. Шестая мишна. Что 14 нисана, который выпадает на шабад. И Песах получается на моцей шабад. Все, что есть в доме, весь хамец, все нужно убрать, кроме хамеца на три трапезы шабад. На две трапезы на шабад. Дальше. Диврей Раби Мейр, так считает Раби Мейр. Хахами ва хахами умрим, бизманан. Хахами умрим, бизманан. Шема им ца лаэн анашим шеюхну. Хахами говорят, нет, вот в шаббат можно это все уже убрать. Может, ты найдешь людей, которым ты можешь вскормить этот хамец? Раби Элазар бар Цадок умер, терума милифне ашаббат. Вихулин бизманан. Раби Элазар бар Цадок, он говорит, трума, то, что едят коэны, нужно ее убрать до шаббата. Почему? Потому что эту труму нельзя отдавать
непростым евреям нельзя отдавать животным на шаббат, поэтому он останется с этой трумой. Поэтому эту труму коэн должен доесть до шаббата. Вехулин безманат. А простой хамец, человек может его съесть на шаббат утром, а потом размельчить, смыть в унитаз, развеять по ветру и так далее. И седьмая мишна говорит так. А олех лишхот эт писхо веламулет бено валяхоль судат эрусин бевет хамав. Человек, который вышел из дома в день перед Песахом, и он для чего? Чтобы пойти сделать корбан Песах, или сделать обрезание, или пойти на трапезу помолвки к своему амаку, к своему тестю, что все это, что он делает, это саудат мицва. Венискарше ешло хамец бетох бето. И он вспомнил, я же хамец дома не убрал. Что ему делать? Сейчас он идет делать одну мицву, у него есть другая мицва, уничтожить хамец из своего дома. Говорит Мишна, им я хол лахзор вэлвайэру вэлахзор вэлмитсвато, яхзор вивайэр. Если он успеет вернуться, уничтожить свой хамец и пойти и сделать эту мицву, пусть так и сделает. Вим лав, а если не успеет вернуться, мебатель белибо, что он в своем сердце говорит твои словами, весь хамец, который есть, больше не мой хамец. Я от него отказываюсь, это не мой хамец. Потому что по Торе достаточно отказаться от хамеца. Дальше говорит мицва, мишна лехациль мина нохрим, умина нагар, умина листим, умина длека, умина маполет, еватель белибо. Но если он идет спасти человека, еврея, от неевреев, от бандитов, или он упал в реку, он идет его спасти, или там бандиты, до этого была там армия, или там, первый случай это был, там были солдаты, он хочет их спасти, второй он упал в реку, третий здесь бандиты, или пожар, не дай бог, или там обрушился дом, и оттуда нужно вытащить человека. В этом случае он не должен идти домой, он там же отказывается от хамеца в своем сердце и идет спасать человека. Дальше. Велиш бот швитат харешут. А если право оделся, забыл это сказать? Яхзо. То после Песаха не имеет права им пользоваться. Яхзор мия. Но если человек идет по своим делам, велиш бот швитат харешут, или он идет для того, чтобы сделать себе эрув, как мы говорили, шаббат, ему идти можно 2000 локтей, а он хочет еще 2000, 4000 локтей. Он идет для того, чтобы сделать эрув, говорит Мишна, тогда он должен вернуться. Пусть откажется от эрува и вернется для того, чтобы уничтожить хамец, который у него в доме. То, давайте мы закончим восьмую Мишну, потому что дальше у нас уже гмара. Мишна 8 говорит так. Вехен мише яцам Иерушалаем венискар шеиш беядо бесар кодеш. Также говорит человек, пришел в Бет-Амикдаш, сделал корбан. Он должен был части корбана, которые ему разрешались покушать, поесть в Иерусалиме. А он забыл и вышел из Иерусалима. И пошел, я знаю, к себе домой по своим делам. И вспомнил, у меня мясо святое со мной. Что делать? Имавар цофим. Сорфобим кому? Если он прошел место, которое называется цофим. То есть, я не знаю, там сколько километров было до этого. Он прошел 10-15 километров, 5 километров, 1 километр, не знаю. Был такое поселение Цофим. Если он его прошел, хахамим сказали, не обязан возвращаться в Иерусалим. Там, где ты находишься, сожги его. Вимлав, хозер весорфо. Сожги или покушать? Сожги. Можно кушать только в Иерусалиме. Если он еще этого места, пограничный пункт не прошел, должен вернуться в Иерусалим и там его сжечь. Дальше, говорит Мишна. Лифне Абира, где сжигает, идет в Бет-Амикдаш. Меацеа Мараха сжигает из дров Бет-Амикдаша. То есть мы не говорим принести свои дрова. Теперь почему? Веат Кама. Хен Хозрин. Раби Мейр Умер. Зе везе. Теперь сколько нужно, чтобы у него был хамец, чтобы он вернулся домой, чтобы его уничтожить? И сколько мяса нужно, чтобы он вернулся? Говорит так, Раби Мейр умер, зе везе бекабеца. Раби Мейр говорит, размер с одно яйцо, 54 грамма. Два коза это у него хамеца дома, или два коза это мясо у него святого осталось, должен вернуться. Так говорит Раби Мейр. Раби Уда умер, зе везе бекозает. Раби Уда говорит, нет, один козает.
Сколько? Почему теперь? Какая у них разница? Хамес поход ми беца, ми батло белибо. У басар кодыши уроки, утум ах, кем окен, ехоле там поход ми беца, ах, эн, ехоле там ми беца. Как кен? Теперь он говорит так. Раби Мейр говорит, хамец до двух хазайдов может отменить в своем сердце. Мясо не принимает нечистоту, пока не будет там два казайта, как размер яйцо. Так и сжечь он не обязан больше, чем два яйца, и вернувшись в Иерусалим. Так он говорит так. Везе-везе показать. А Раби Уда говорит, нет. Сколько казайт запрещено кушать на Песах, что человек заслужил карет? Один казайт не дает. Поэтому уже казайт остался, обязан вернуться. Ваха-хамим, сейчас одну. Везе-везе. Ваха-хамим. Омрим бесар кодеш беказайт. Вехамец бекабеца. Хахамин говорят, нет, святое мясо, если у него остался казайт, он должен его уже вернуться в Иерусалим, чтобы его жечь. Но хамец, если у него меньше, чем два яйца, то этот хамец, он отменяет в своем сердце. Если больше, чем два яйца, обязан вернуться домой и его сжечь. Вот это все во время храма, правильно? Это все во время храма. Что было между двумя храмами? Были в изгнании, ничего не сделали. Были в Вавилоне, как мы с вами сегодня. Это было в изгнании, да. Баруха Адонай Леолам. Амин ве амин.